Второй день второго приезда. Она практически всю ночь спала со мной. Пришла где-то, ну, в 12 ночи. Котеночек пока больше не плакает. Я надеюсь, что с ним все в порядке. И, кажется, к вечерам к нему приходила его мама-кошка. Потому что кто-то забирался по стене со стороны туалета, со двора, на крышу. А эта дурочка забирается с другой стороны. Ну, как бы особо там и не лазает больше. Дурочка вчера справляла большую нужду в одном месте, посмотрела на меня, погладилась, пошла справлять малую в другое место. Ибо королева должна справлять нужду в разных местах в огороде. Я сейчас уходила за штативом, думаю, может похавать на камеру. И варенье заодно в творог положить. А тут, смотрю, мне принесли подарочек. Причем живой даже. Еще она принесла, смотрит на меня так, типа, смотри, вон эта мышка. Это у нее с этого года тишка в ней проснулся. Еще так я творог достаю, она вроде как мякоть, я говорю, сейчас, Ариска, дам тебе творога. Я ей только давать, а она прыг в окно. Она еще-то там долго смотрела, видимо, в палисаднике живут мышата. В доме-то нет никого в этом году. Если ты, зритель, вопрошаешь, о каких котеночках идет речь, то, видимо, ты не смотрел шорс. Шорс надо смотреть регулярно и обязательно. Даже если тебе не нравится та форма подачи шорса на YouTube, то ты можешь просто их посмотреть у меня на канале. В разделе обычных видео. Чем не мукбанг кошки Ариски? Даже слышно, как она хавает. Можно сказать, это итинг. Как он там? АСМР с хавчиком. Молодец, Ариска. Сама себе еду зарабатываешь. Находишь, точнее. На кого ты там отвлекаешься? Доедай свою еду. То вчера тут моя тетушка пол подмела. Поэтому чисто, и поэтому нефиг тут мышей своих остаточных оставлять. Я пройду сзади камеры и умою глазики. Мне еще надо сейчас выставить медогонку. Хотя бы одну ее запчасть, потому что она в огороде рядом, недалеко от ульев стоит. Вчера ее помыли, и надо просушить на солнце несколько дней. Ну, короче, это, ты, наверное, не первый раз видишь, как она что-то такое жрет, еще тишка что-то такое жрала. Правда, есть ролики, которые я не смонтировала по разным причинам, потому что, ну, как-то некогда было, не дошли руки. И там тоже тишка что-то, возможно, жрал. А, возможно, и даже она что-то жрала. Кошка, доедай все. Чтоб на веничек не скидывать. Ну, вроде чисто. Учитывая, что у меня слегка на приближении даже. Походу дела, она ушла, думаю, мышку ловить. Или нет, творожок она. До творожка она еще не дошла. Так, вернулась.
Проверила порядки и ушла. Ладно, зритель, наверное, на этом ролик про мышку и кошку заканчивается.